Нет, еще я посмотрю, написано или вот написано. Здесь у меня ласточки написаны. 83-м псалом. Вот псалмы заложены. Русское библейское общество. Нельзя сказать. Сейчас узнаем. Что мы с абсолютной точностью скажем. Да. Теперь не получилось сходу мне сказать-то. Но что это православное, это точно. Не святым поступайте так, как я поднялся, так все. Синодальное. Истина. Дальше нет. Во-первых, если нет канонических, а дальше на память и откроем по три места. Без перестановки мест. Без единого ручной работы. Виктор, мужчин только отдельно, иначе у нас места не хватит. Семейных, ты говорил, что-то семейных отдельно. Мужчин сюда вот надо будет. Александра все. Дыма мне охватило. Она, наверное, старая. Ну, в общем, ладно, с собой возьмешь. А я всю жизнь с собой возьму. Порядок такой, тут мужчина, там... Пошел, смотри, как она бьет. Сильнее давай, сильнее ударяй. Самый маленький, девочка самая маленькая здесь. Вот она. Все. Так старше тоже. По ранжиру. Кирилл, двигайся к нему. Господи Боже наш, слава Тебе. Очи всех на Тебя, Господи, уповает. Ты даешь им пищу во благовремя. Ты знаешь, что Ты щедрую руку, Ты исполняешь всякое животное благоволение. Слава Тебе, что сохранил путешествующих. Хвала Тебе. Дивный Господь, посети обездоленных, парализованных, одиноких. Утеши их Твоим присутствием. Приготовь, готовящихся к крещению, как должно. И усмири буйствующих епископов, священников, воюющих против истины. Покажи им, что ожидает их за это. Тебе слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Это мне приходится только говорить, кто приехал. Так, вы выйдите сюда. Новенький, и вы тоже. И вы. Так, мы до обеда, до еды сразу покажем. Коротко скажите, кто вы, откуда и возраст? Как звать? Меня зовут Света Андрусенко. Мы приехали из Димитровграда, из Ульяновской области. Меня Александр зовут. Я домохозяйка. Так. Я предприниматель. Вас даже тут все записать, посетители журнала, потом запишут здесь. Скажи, как говорите звать, я не понял. Фатиня, Светлана. Это Фатиня? Ну, это самарянка была такая, так? Да. Представьтесь. Александр меня зовут. Мне 53 года. Я предприниматель из Ульяновской области, из города Димитровграда. А мне 49, а тебе 52. Так, пожалуйста. Меня Дмитрий зовут, я из Москвы. Приехал на крещение тоже. А вы живете где? В Москве. В Москве. А то вот тоже Дмитрий стоит, вот прямо смотрите. Видите как? Только из Новосибирска. Ну, остальных, если вам что-то нужно будет, вы узнаете, какие именно, остановитесь. Мы представляем, потому что это у нас как одна семья, чтобы этому не удивлялись. Так, ничего больше тут не говорю, мы опоздали с ужином. Платочки. Чтоб платочки были у всех в кармане. Если платочков нет, вам придется бежать вон туда и дальним тополям. Сегодня... Еще как-то. Завтра вы обязательно получите это. Все, за стол. Правила у нас за столом очень простые. Мы все расскажем. А он тебя где? Ты же у меня давал на сумочку, да? Никита! Третья! Ой, как бабулька! Никита, ну пусть уже Витя, Витя, принеси третья, стоишь ты. Никита уже зашел, будет сидеть. До конца продвигайтесь. Сдайся до самого конца. Так, мальчик, да? О, поплотнее, сядь ты. Так, горячая.
Вы приглядывайтесь, как у нас есть, а я скажу. На столом не склоняйся. Вот вертикаль. Вот вертикаль. Из-за нее, чтобы подбородок не заходил. Смотрите. Стола. В левой руке кусочек, в правой руке больше ничего тут нет. Не облокачивается. Вот ты просишь. Давайте. Дальше. Так, там больше скамейки нет. Куда посадить сестру удобнее было бы. Выберите место здесь, с этой стороны сядьте. Можете рядом, Владимир можете Владимир дальше. Владимир Николаевич, так у нас вон с сестрами есть место. А вот можете тогда есть, назад. Есть, садитесь. Так, сестры, где вот, поверни вам эту палку. Это не трожь, это вот мужчина место, потому что она там, видишь, там падает. Маленько сдвиньтесь рядышком. Он где намочился? Песочница игрался. Внимание! Давай не выжмите. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь! По славу Божию. Ешьте до света. Так, мои подопечные, подходите. Ложек 10, а вас 9. У кого нет ложек? И нахуй. И тогда вы здоровы. Тебе тогда в пользу, давай. 10 Тарасик, ложечки, давай. Есть Сергей, да? Так, где моя... На, Тарас. Давай. Не давай следующий. Кому не хватает ложек? А где Вика-то? Вика, бери ложку. Держи. Вот так и неси ее вот так. А это я буду. Тарасик. Вика. Держи, держи, не урони. Вон, возьми у Тарасика ложку. Нет. Так, где твоя ложка? Вот. Давай. Тарасик. Дай Вике время ложку. Ложку. Вот ложку на ложку, да, кому не хватает. На. Чистая ложка, сынок. На, Вика. Твоя будет. На, кому не хватает? Всем. О, это самые маленькие, поддержка им такая. Давай. Морковка сырая и огурец. Хлеба. Хлеба давайте. Вы только не... на столе прямо. Да. Не сухари. Кому там не хватает? А вам, Галя, подождите секунду. Еще лепешка. Как вы ее разместите? Когда вы ее дадите? Я не веду. Ну вот сейчас вы ее поделите на нужное количество. А потом уже разбивать. Ну что там ложки забираешь? Ничего не понял. Лишние. Лишние ложки. А это что ты ел? Пока, да. Далее, взрослым подойди. Сейчас пока отойдите, где было. Нестор, сиди спокойно. Ну, садись, потому что ничего не показал.